Сегодня мы даем старт, начинаем торжественную церемонию вручения медалей, посвященных юбилейной дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг – хранить память о подвигах наших ветеранов. С каждым годом все дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны. Евгений Чермашенцев – участник парада Победы 45-го года. За месяц до войны надел военную форму. Ему было всего 14. Награжден медалями за боевые заслуги, за отличие в охране государственной границы СССР. Но самая дорогая награда – за победу над Германией. Войну жестокую и несправедливую старается не вспоминать. Война – это не только смерть, ужасы и так далее и тому подобное. Война это иногда давала и неплохие, интересные мероприятия. Ну вот я, например, участник парада Победы 45-го года. Ветеран с удовольствием приходит на мероприятия и концерты, посвященные Победе. Вы себе даже не можете представить, насколько важны эти мероприятия и для нас, и в особенности для вас. Потому что нужно очень хорошо знать историю своей страны. Нужно очень хорошо знать, как мы добились той жизни, которая у нас сегодня есть. Значит, так вот. И продолжать наши традиции. После торжественного награждения ветеранов пригласили на выступление Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Сегодня участники эстафеты Победы завершают посещение Анапы концертом.